Румяная красивая. Приготовление этой замечательной курицы. Перец черный, кавказские травы, смесь, соль, чеснок сухой. Можете взять горчица острая, сметана, кетчуп. Все это смешиваем. Чайная ложка горчицы. 2 столовых ложки сметаны. Можете взять майонез. 2 столовые ложки кетчупа. Все это перемешиваем. Сейчас разделаем курицу. Курица у нас симпатичная такая, кура здоровая. Берем и вырезаем у нее хребет. Вот так, видите, как я провела? Вот так. Попку тоже вырезаем. И шейку. Получается вот так. И все. И так надавливаем и вырезаем. Этот хребет пойдет на суп. Вырежем этот жир. Мы же хотим быть стройными. Вот так распластываем ее. Берем наш соус, который мы сделали, эту курицу. Сверху и там под кожей туда немножко запихиваем, чтобы грудка была сочнее. Все, и пускай она маринуется. Вот так в пакет и в холодильник. Я всегда курицу ложу в 2 пакета. И в таком виде ставлю в холодильник. Пускай маринуется. Надо для выпечки. Достилаем просто. Достаем нашего цыпленка с заточения и раскладываем его вот так. Оп. Как цыпленка табака. Духовку на 200 градусов минимум на 40 минут. Подавать я буду с кабачком, обжаренным в кляре. Режем на пластинке кабачок. Перемешаем, солим. Кабачок я тоже посолю, посыплю перцем. Жарить будем кабачки на растительном масле. Сейчас мы обмакаем в муке каждую, потом в яйце и на сковородку. В муке, в яйце и жарим до готовности. Сметана, смесь перцев, базилик сухой. Оливковое масло, соль. Все перемешаем. Можно добавить сухой чеснок сюда. Или свежий чеснок. Вот такая курица. Румяная, красивая получилась. Аппетитная.